Самая главная задача – это объединить людей, доказать всему обществу, что барьеров для общения нету. Я восхищена организаторами фестиваля, потому что то, что они делают, это подвиг нашей стране. Фестиваль – это прежде всего праздник, и, как мне кажется, праздник удался. Много фильмов, много зрителей. Я на все фестивали прихожу, в этом году привела сюда своих внуков. Я считаю, обязательно надо посмотреть. I'm really impressed with a range of films from all over the world. С каждым разом, с каждым новым фестивалем фильмы все интереснее. Наши фильмы никого не оставляют равнодушным. Я знаю, что я думаю, что я лично изменилась из-за этого фестиваля. Я надеюсь, что те, которые посещали несколько лет, что тоже они очень изменились за это время. То есть это важно для личностного развития и роста. Первый фестиваль, на котором я была, мне понравились фильмы Макса, Мэри, израильский клип, который шел, и фильм «Слепая любовь». Здорово, что есть такой фестиваль. Это прекрасно. Я, честно говоря, не подозревал о его существовании. И это один из его недостатков. Очень ценно, что фестиваль привлекает внимание молодых режиссеров. Что очень важно, потому что большинство молодежи сейчас занимается своими делами, и никто не хочет осознавать проблемы, которые творятся в обществе.
впечатлений невозможно даже описать. Знаете, много очень эмоций. Вот. И восхищение такими людьми, о которых снимают. Нам здесь очень нравится. Здесь очень много людей, с которыми приятно общаться, дружить. Атмосфера праздничная, позитивная. И мы хотим еще сюда приходить. Все.